Дело не в том, правы люди или не правы. Просто каждый человек действует, живет и постигает жизнь согласно своей способности и интеллекту. Не все могут одинаково воспринимать и постигать жизнь. Если вы понимаете, что люди такие, какие они есть, из-за существующих в них ограничений, старайтесь понять, как помочь им преодолеть их ограничения, вместо того, чтобы судить, правы они, неправы, хорошие, плохие.